В чем подвох интернет-бизнеса? Приветствую вас, дорогие друзья! Это видео будет полезно тем, кто сейчас находится в поиске интернет-бизнеса или, возможно, у вас уже есть интернет-бизнес, бизнес в интернете. Или, возможно, вы по каким-то причинам разочаровались в интернет-бизнесе, но хотите понять, что же произошло, где были допущены ошибки и найти какое-то решение. Итак, это видео, как всегда, будет основано на практике, на опыте. Я поделюсь теми знаниями, которые я получила, теми наблюдениями, которые я наблюдаю на протяжении уже 10 лет развития бизнеса в интернет. И вы, соответственно, сможете перенять этот опыт за ближайшие несколько минут. Итак, интернет-бизнес. Я предлагаю посмотреть на две составляющие этого словосочетания. Ошибка заключается многих людей в том, что они приходят в интернет и думают, что они попали на поле чудес. То есть, что здесь можно либо закопать 5 золотых, либо вообще ничего не закапывать, и ты миллионер, попали на шоу «Как стать миллионером». Но на самом деле нет. Начать я предлагаю с осознания того, что интернет-бизнес, тут есть составляющая номер 2, да, начнем с конца, но это составляющая слова «бизнес». И как это происходило у меня? Я была в поиске источника дохода. И я искала возможности устроиться на работу. В один прекрасный момент мне раздался звонок, и я вот точно помню эти слова, в которых мне тогда задали вопрос, не пугает ли вас слово «бизнес»? У меня не было понимания, что такое бизнес. Я легко сказала, что меня это в принципе слово не пугает, и решила рассмотреть то предложение, которое мне на тот момент поступило. Это было 10 лет назад. И уже потом я поняла, и до сегодняшнего момента благодарна, что мне показали сразу правильный подход. Я вижу, как многие люди ошибаются, допускают ошибки, у них ложные ожидания от того, что они хотят, чтобы интернет для них был каким-то, ну, каким-то волшебством. Но на самом деле, если вы посмотрите на интернет-бизнес именно как на бизнес, у вас будет другой подход, и как следствие у вас будут результаты. Другие результаты, в отличие от тех людей, которые хотят все и сразу, которые думают, что ничего здесь делать не нужно, которые думают, что ничего вкладывать не нужно, что они ждут, когда за них кто-то что-то сделает. Так вот, на моем опыте, когда я начала свое развитие в интернет, я поняла, что это как раз то, что я искала. И если вы тоже хотите неограниченный уровень дохода, если вы хотите сами распоряжаться своим временем, то нужно понять, что и уровень ответственности в таком случае у вас будет выше, но и вот эти показатели, они также будут постоянно увеличиваться. Вы сами будете распоряжаться своим временем, вы сами будете распоряжаться и решать, откуда вам вести ваш бизнес соответственно. Но уровень ответственности при этом у вас выше, и уровень доходов, соответственно, тоже выше. Потому что в бизнесе нет вот этих ограничений, нет и фиксированной ставки, о которой тоже кто-то приходит, думает, мне здесь вот скажите, сколько я конкретно буду зарабатывать. Нет, если вы хотите действительно в интернете прийти к финансовой свободе, первое, что нужно понять, интернет-бизнес – это бизнес. Теперь перейдем ко второй составляющей – интернет. Опять же, точно так же люди приходят в интернет и думают, что я уже в интернете, все, теперь где здесь скрыты деньги? Я зарегистрировался в Одноклассниках или в Фейсбуке, тут со всех сторон меня приглашают в какие-то заработки, и, соответственно, где же здесь деньги, а что здесь еще и деньги нужно вкладывать? Друзья, нужно понять, что интернет – это, опять же, не поле чудес. Интернет – это способ продвижения, это метод продвижения, это
Это двигатель вашего бизнеса. Если у вас на земле есть бизнес, с помощью интернета вы его можете продвинуть. С помощью интернета вы можете стереть границы. С помощью интернета вы можете найти новых клиентов и партнеров в разных городах и масштабировать свой бизнес. Первое. У вас должен быть ценный продукт. Это могут быть ваши знания, это может быть какой-то материальный продукт, это может быть какой-то цифровой продукт. То есть, что конкретно вы будете продвигать, на что конкретно вы хотите найти клиентов в интернете. Но нужно понимать, что есть ниши устойчивые, а есть ниши высокорисковые. И здесь, когда человек приходит в поисках быстрого дохода, когда человек думает, что нужно все и сразу, он попал на вот это волшебное поле чудес, он ищет какие-то высокодоходные предложения, он поддается на вот эти высокодоходные предложения. Я сейчас скажу, что об этом, что потом из этого происходит. Поэтому вам нужно понимать, либо вы начинаете бизнес в нише, которая уже проверена временем, проверена людьми, либо вы выбираете нишу, в которой рисков больше. В любом случае бизнес, в бизнесе всегда есть риски. Что-то может происходить в государстве, какие-то перемены на мировом уровне. Следующее, это номер три, это система. Система продвижения. Как вы будете через интернет продвигать свою услугу, свой товар, свои знания. То есть как вы будете это продвигать? Вам нужна система. И четвертая составляющая – это команда. Это люди, с которыми вы совместно развиваете ваш бизнес. Это люди, у которых вы можете обучаться, это люди, которым вы можете делегировать определенные задачи, это люди, с которыми вы совместно, прилагая усилия, приходите к целям, которые вас объединили в этом бизнесе. Главное – такая техника безопасности. Знаете, недавно была я на тренинге, и на тренинге одного из моих духовных наставников, и он рассказал притчу, которая у меня очень так срезонировала с фокусом на интернет-бизнес, когда я вижу, как люди себя ведут в интернет-бизнесе. Притча заключается в чем? Встретились бык и фазан. И фазан с такой грустью смотрит вверх на дерево и говорит, как бы я хотел взобраться на вершину этого дерева. Вот очень хочу. И бык ему говорит, знаешь, что тебе нужно делать? Тебе нужно каждый день есть продукты, так сказать, моей жизнедеятельности. Ну, в общем, продукты распада. Ну, вы поняли. Вот, то, что выходит из быка. И фазан говорит, да ну, не буду. Он говорит, да делай, говорит, работает 100%. Весь мир так делает. Фазан очень сильно хотел забраться на дерево и повыше. И он, соответственно, ежедневно, бык, ну, ходил в туалет, а фазан, соответственно, съедал. Прошло две недели, фазан постепенно действительно стал подниматься по этим веточкам, и, там, по-моему, через месяц дело произошло, фазан все-таки взобрался на самую вершину этого дерева. И вот он такой довольный, взлетает на эту вершину, а рядом через несколько, там, может быть, через километр сидел фермер. Смотрит, а на дереве фазан. Он взял, прицелился и подстрелил этого фазана. Мораль этой притчи, как вы думаете, в чем? Когда я это услышала, я подумала, ну вот действительно же человек так поступает. Иногда люди, кто-то осознанно, кто-то неосознанно, идут путями, которые на самом деле не ведут к устойчивому результату, которые дают возможность взобраться на дерево, но оттуда очень быстро люди падают, потому что выбран неправильный путь, потому что выбрана неправильная ниша, потому что выбран неправильный продукт или его вообще в принципе нет. И очень часто люди неосознанно делают такие ошибки, допускают такие ошибки, потому что они не понимают, что они попадают в окружение людей, которые на самом деле не продвигают никакой продукт в этой команде. Люди попадают в такие компании, в которых
нет, в принципе, продуктов, в которых неустойчивая ниша. Итак, подведем вкратце итог. Если вы пришли в интернет действительно за устойчивым результатом, моя вам рекомендация – отнестись к этому серьезно. Да, это требует больше ответственности, да, это требует на первых этапах больше бизнеса, да, возможно, вы не заработаете тех миллионов, которые звучат в ярких приглашениях, и там эти тысячи долларов первый день, 100% окупаемости и все такое. Но если вы действительно за финансовой свободой, рассматривайте именно интернет-бизнес. Если это видео уже привлекло ваше внимание, если вы его досмотрели до этой точки, то я хочу с вами поделиться следующей информацией. В нашем сообществе BeHappy24 мы идем именно к финансовой свободе. Сообщество BeHappy24 – это объединение людей, это объединение инвесторов, сетевых предпринимателей, с которыми мы вместе идем к финансовой свободе и делаем это гармоничным путем. Наша цель в ближайшие 7 лет создать комьюнити из 25 тысяч человек, которые станут мастерами финансовой свободы путем гармоничного и целостного развития во всех сферах жизни, то есть не только это про деньги, это про гармоничное развитие. И вот сейчас у нас происходит знаковое событие. Мы разработали свою собственную систему, мы разработали свой собственный интернет-бизнес-продукт, это мастер Фин Свободы. И сейчас, если вам повезло увидеть это видео именно сейчас, то вы можете попасть на бизнес-практику. На этом бизнес-практикуме вы сможете получить огромное количество полезной информации относительно бизнеса, относительно какие ошибки не допускать. Вы сможете пройти практики прямо во время этого бизнес-практикума. Вы сможете перенять опыт людей, у которых уже получился интернет-бизнес. Вы сможете перенять опыт всего нашего сообщества, перенять готовые кейсы, которые мы уже использовали, которые привели людей к сотням, тысячам, даже сотням тысяч долларов заработка в интернете, доходы через интернет. Кстати, на этом мастер-классе, на этом бизнес-форуме мы поделимся тем инструментом, который мы сейчас отобрали из более 1500 проанализированных бизнесов на мировом уровне. То есть, возможно, этот инструмент, эта компания, этот стратегический партнер также подойдет и вам. Вы сможете также вместе с нами развиваться, зарабатывать. Вы получите сопровождение до результата. Либо вы просто воспользуетесь информацией и пойдете примените ее в своем направлении. И чтобы попасть на бизнес-форум, вы можете обратиться к одному из участников нашего сообщества BeHappy24, у которого, возможно, вы увидели это видео, либо, возможно, вы с кем-то из участников нашего сообщества знакомы. Если вдруг такого человека нету, то смело пишите мне, можете писать прямо в комментариях под этим видео, чтобы я внесла вас в список приглашенных на бизнес-форум, который уже состоится в ближайшие дни. Если видео было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Вдруг возникли вопросы, пишите смело их в комментариях. И также напишите, пожалуйста, насколько это видео, по вашему мнению, полезно для вас и может быть полезно для других людей. Для меня это важно. Кстати, если есть вопросы и пожелания к следующим видео, также смело пишите их в комментариях. На этом видео будем заканчивать. Спасибо большое вам за внимание, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам успехов и желаю достижения финансовой свободы именно гармоничным путем.